Можешь провести меня к ней? Могу попытаться. Давай попробуем. Я готов. Всем привет, дорогие друзья, с вами Бадди, мы продолжаем с вами проходить игру под названием Far Cry 1. Это у нас уже 10-я часть прохождения этой игры, 10-й лаг, который называется, по-моему, Центр управления, да? Переделанные карты от Ивана Комарова, погнали. Ну, надеюсь, что здесь будет что-то изменено. Потому что я, если честно, в прошлой серии ни хрена ничего не заметил. Но мне Иван Комаров напишет. Напишет, все скажет. Кстати, вроде нас должны обойти сзади. Как он интересно двигается-то, а? До свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ого, этот пар такой горячий, что можно сварить. О, все, сварился. Мы сварились, сварились. Да, что случилось? Джек, тут повсюду трагены. И похоже, они когда-то были людьми. Оставайся на месте. Не спускайся сюда. Здесь слишком опасно. Это что за... Дойл, что мы будем делать? Нельзя так вот оставить ее там умирать. У нас небогатый выбор, Джек. Черт, да она на другой стороне острова. Можешь провести меня к ней? Мы поймали эту штуку. Не волнуйся, никуда не денется. Да заткнись ты, двигай сюда, нет у нас времени. Какого хрена это было? Ну, капец сейчас. Да иди ты нахер, а. Тварь. Джек, ты меня слышишь? Джек? Да, я слушаю. Что случилось? Джек, тут повсюду трагены. И похоже, они когда-то были людьми. Оставайся на месте. Не спускайся сюда. Здесь слишком опасно. Это что за... Дойл, что мы будем делать? Нельзя так вот оставить ее там умирать. У нас небогатый выбор, Джек. Черт, да она на другой стороне острова. Можешь мы повести меня? Мы поймали эту штуку. Не волнуйся, никуда не денется. Двигай сюда, нет у нас времени. Какого хрена это было? На, я его ударил, мачете. Я порву тебя в клочья. Хрен вам, твари. А, меня ведет в эту точку все равно, да? Типа бесполезно. Я понял. Да блин, почему ты не можешь пройти, тварь? Джек, ты меня слышишь? Джек? Да, я нахерен слышу. Начало? Что случилось? Джек, тут повсюду трагены. И похоже, они когда-то были людьми. Оставайся на месте. Не спускайся сюда. Здесь слишком опасно. Это что за... Дойл, что мы будем делать? Нельзя так вот оставить ее там умирать. У нас небогатый выбор, Джек. Черт, да она на другой стороне острова. Мы поймали эту штуку. Не волнуйся, никуда не денется. Да заткнись ты, двигай сюда, нет у нас времени. Какого хрена это было? Я порву тебя в клочья. Макака. Ого, этот пар такой горячий, что можно свариться заживо. Как ты отключить этот пар? Как мне этот пар отключить, сука? Я хрен знает, я не Джек, помню. Джек, ты меня слышишь? Джек? Да, я слушаю. Что случилось? Джек, тут повсюду трагены. И похоже, они когда-то были людьми. Выберите здание. Оставайся на месте. Не спускайся сюда. Здесь вы что, охренели, что ли? Это что за... Дойл, что мы будем делать? Нельзя так вот оставить ее там умирать. У нас небогатый выбор, Джек. Черт, да она на другой стороне. Мы поймали эту штуку. Не волнуйся, никуда не денется. Пипец. Двигай сюда, нет у нас времени. Какого хрена это было? Ааа.
Что, горячий дом забьёт? Да за тварь. Джек, я не могу начало пройти, представляете? Да, я слушаю. Что случилось? Джек, тут повсюду трайгены. И похоже, они когда-то были людьми. Оставайся на месте. Я охреневаю. Здесь слишком опасно. Это что за... Дойл, что мы будем делать? Нельзя так вот оставить ее там умирать. У нас небогатый выбор, Джек. Мы поймали эту штуку. Не волнуйся, никуда не денется. Это какой-то позор. Двигай сюда, нет у нас времени. Это было. Боец, сынка! Он ничего не хотел! Вот это прикол. Это охренеть можно. Я пар отключил, да? Походу пар отключил. Ну ладно. Я вообще никаких изменений не вижу. Что же это за хрень такая, а, ребят? Не знаю, что теперь делать нам. Такой ситуации. Да ты, блядь. Не знаю, что делать теперь. Ладно, пойдем туда. Ты! Разделаю как бог черепаху. Я поднимусь. А, опять надо, да? Все, я вспоминаю. Да, блядь. Как они задевают, а? Я разучился играть в оригинальный Far Cry, понимаете? Здесь.
хрен вам, мутантики маленькие. Заметил. Что это было? Как это произошло? Чё за хрень, а? Ты пипец. Сейчас я докажу тебе задницу. Как он появился так резко? Ничего там не вижу. Что здесь произошло? Комарик, что ли? Да блять. Слышал? Ты ничего не ответил? Ты жив? Я это место тоже хорошо помню здесь, потому что Крейгер был. Точняк. Я его тут час убивал. Что это было? Я иду за тобой! Эй, кто там? Ты ничего там не видишь? На, тварь. Все. Ты видел? Теперь ты попал. Да как он так, а? Что это было? Он там. Ты слышишь? Я тебя вижу. Да. Ждем их, короче. Я расстроен этим, потому что я змей не вижу. Я оригинал прохожу. Музыка перестала играть.
Ты ничего не заметил? Взять его! Как ты прыгаешь, сука? Ты слышишь? Объявить тревогу! Ты ничего там не видишь? Какого? Ты ничего там не видишь? Это он! Ты нарвался! Так, наконец. Ты ничего не заметил? Хрена с два. Иди нахуй. Падла сраная. Меня уже просто бомбит нахрен, понимаете? Куда плыть, я хз. Давай восстанавливай. Сюда хочешь еще, да? Я назад. Я лучше наверх поплыву. Ой, поднимусь.
До свидания. А с патронами проблемы уже. Вообще никаких изменений, представляете? Комарик меня что-то расстраивает. На его переделки качал. Твою ж мать. Куда мне дальше идти? Сюда, что ли? Наверное, туда.